Привет всем! И да, все же иногда годные игры заглядывают к нам на канал. И как раз таки Devil Eight — это одна из таких игр. Причем самое обидное, что такую годную игру никто не заметил. Ну и я, конечно, не исключение, каюсь. В целом мы имеем довольно бодрый и динамичный шутер. У нас здесь огромное количество разнообразного оружия, противников, ну и, конечно же, боссы, с которыми мы сражаемся между уровнями. Также стоит отметить, что в игре есть небольшие RPG элементы. Ну и как же без NG+, которые добавляют нам новых противников, точнее, еще больше противников. Но это лишь мои первые впечатления по этой игре. Так что давай посмотрим, понравится ли она также и тебе. Что ж, и вот у нас первый уровень. Пока что у нас нету какого-то вступительного ролика или обучения. Все, что у нас есть, это вот такая вот лопата, кулаки. Ну и, конечно же, наш старенький добренький револьвер. Так, а это, судя по всему, наши противники. Да, точно те. Так, какой-то лысый, не пойми какой мужик. И знаешь, пока что оружие чувствуется очень даже неплохо. Так, кувшины, которые я могу ломать своим весом. Я что, такой жирный? Ладно, Гибсон. Так, а ты еще что такое? Какой-то хэндган. Давай попробуем его экипировать. Отлично. Какой-то пистолет или что? Ох, ты ж божечки-то! Нет, это дробовик! Ты посмотри на это! Да, это, судя по всему, дробовик. И чувствуется, хочу сказать, он вообще отлично. Так, раз, два. И главное, мощный. Так, а это что? Откуда тут мимики? Что тут делают, мать его, мимики? Так, ладно, ладно. Ну, давай, наверное, собирать монеточки. Я не знаю, что тут делать, кроме этого. Пока. Опа. Отлично. Так, ну, знаешь, мне игра нравится. Учитывая, что она на совсем раннем, я бы ее даже себе оставил. Так, а что у нас тут выше? Да и уровни сделаны неплохо. Это, судя по всему, у нас какая-то дверь. Ну-ка. Погоди. Ага, красный ключ требуется. Так, ох ты ж гадина. И, судя по всему, они немного замедляются, когда мы их как-то наносим им урон. Так, Блади. Подожди. А кто кричит? Ха. Ладно, давай спрыгнем вниз. Ох ты ж гадина. Господи, сколько их тут? Так, 90 здоровья пока что у нас. О, господи. С этим рэгдолом, я не понимаю, они живы или мертвы? Может, он в конвульсиях там дергался как-то? Так, ну, смотри. То есть пока что мы тут поднимаемся выше. Опа! Отлично. Ну, хотя бы прыгает он далеко. Но противники, судя по всему, не такие умные, потому что сейчас они бежали в стену. Так. Ага, красный ключ. Давай тогда спустимся. Отлично. А это еще что? Red Stripe. Я без понятия, что это? Но, судя по всему, это что-то вроде копья или что это? А, нет, смотри. Какой-то клинок. Ага. Так, красная дверь у нас была сверху. Поэтому давай посмотрим, что там у нас будет. Так. То есть вот у нас красная дверь. Давай сейчас ее откроем. Опа. Отлично. Так, а что мне, по этим деревянным балкам прыгать? Оп. Отлично. Вот так вот. И еще. Ах ты ж, елки-палки! А! Не подходи ко мне! Не подходи ко мне, гад! Божечки! Так, вот тут еще один мужик. Ох ты ж, еще ты! Все, все, все. И да, у нас тут еще есть какой-то комбо. А, смотри. Здесь мы можем восстановить здоровье. Так, урона мы ему не наносим. А, его надо использовать было. Понятно. Так, Тринити. А что такое у нас Тринити? А Тринити — это какой-то хэнган. Так. И что ты умеешь делать? Так, а это какой-то СМГ. Фу. Он стреляет какими-то колями. Причем такое ощущение, что вылетают они из центра экрана. Смотри. То есть не из оружия, а скорее из нашего экрана. Ладно, давай вернем, наверное, вот тот дробовик Гибсон. Так. Ага. Отлично. Так, тут немножко у нас... Опа! Вилцент или что это? Так, вот. То есть он фиолетовый у нас был. Наверное, повыше качеством. Давай, наверное, оденем его, да и заодно посмотрим... Что? Это какой-то протез! Ёлки-палки. Ну ладно, может быть, он эффективный? Опа! Да, это... Это опять дробовик, что ли? Слушай, неплохо. Смотри-ка. Оп! Отлично. Так, а что у нас будет тут? Ну, пока что у нас одни дробовики. Что довольно странно, но все же. Так, зеленый ключ.
И мы можем все двери открывать, или как? А, смотри, вот еще одна. Отлично. Так, что у нас? Ох ты ж, на тебе. Не подходи ко мне, не подходи ко мне. Все, еще один. Ну, слушай, пока мы встретили только два типа против... Ух, господи, боже мой, ты еще что такое? Хотел сказать, что пока мы встретили только два типа противников, но нет. Тут какие-то пауки мерзкие. Причем реально мерзкие, смотри. А, мы им отстрелили лапки. То есть, когда они умирают, они теряют лапки, судя по всему. Либо их как-то поджимают. Опа! Смотри, два Вилсента или что это? Ну-ка. Па-па-бум! Па-па-бум! Неплохо! Ну-ка, подожди-ка, что у нас тут будет? Так, прыжки, конечно, у нас пока... Ох ты ж... Да что это за собака? Это жж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 
А я туда вообще пошел? Просто тут я вроде бы как был, хотя тут у нас целые кувшины. Нет, не были. Вот у нас дверь. Слушай, а что я здесь делаю? Я не понимаю. Так, а, вот синяя дверь. Ёлки-палки. А, это мимик. Все. Так, а это уже... Что, это босс? Ну, судя по всему, да, это босс у нас будет какой-то. Так, ну давай тогда... О, боже мой! Да, и вправду босс! Что? Что происходит? Он что-то нашаманивает. Смотри, какие-то черепа вылетают. Грумпи. Типа как... А, боже мой, личинки! Личинки вылетают из воздуха. Все, мы его убили, убили. И что, и все? Так, тут больше никого... А, личинки его остались. Фу, господи, боже мой, как мерзко-то. Это за фобусы, господи, ладно. Фу, давай тогда пойдем отсюда. Тут, конечно, есть какие-то кувшины, может быть, что-то еще осталось? Да нет, судя по всему, ничего нету. Давай тогда попробуем продолжить свой путь, может быть, у нас будет второй уровень поинтереснее. Хотя первый тоже, должен сказать, был весьма неплох. Так, да, второй уровень, плюс одно ability point, и открою инвентарь для улучшения. Вот у нас abilities. То есть я могу... Опа! Прокачал прыжок. И теперь смотри. То есть я могу вернуться в город. А, bullet time. То есть slow... Это как замедленное время. Так, тут еще есть... Слушай, я хочу замедленное время. Но пока что нам не хватает очков. Поэтому придется немножко прикусить себе язык. Подожди-ка. А это куда? Это в город? А, да, второй уровень, смотри. То есть вот у нас торговцы, судя по всему. А я могу тебе продать? Эй, мужик, купи у меня оружие! Оно новое, давай, покупай! Подожди, 1500. Автомат? Ага. Нет, 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 подожди, а может быть как-то можно модифицировать уже свое? Так, тут у него гранаты какие-то. Угу. Но гранаты мне особо-то и не нужны. А вот модифицировать свое я не против. Так, погоди-ка. То есть заменить все свое оружие или что это он имеет в виду? Я не понимаю, если честно. То есть вот он предлагает мне... Не знаю, что я сделал, но... Хм. Ладно. Ну, может быть, мы купили себе патронов, но это не точно. Ладно, давай тогда вернемся. А, это телепорт у нас. А это что? А, ну вот, второй уровень. Ладно, давай тогда продолжим свой путь. Погоди, погоди, не с той стороны! Да ёлки-палки, дай мне спуститься. Конечно, неудобно тут подниматься по лестницам. Такс, привет. Опять лысые мужики. Нашествие лысых мужиков. Получай, скотина. Смотри, он прям подлетел так и медленно-медленно падает. Неплохо. Ох ты ж, ёлки-палки, летающие мимики, их много. Так, ну. Угу. О, господи, ты еще откуда? Оттуда, наверное. Ага, это трава у нас. Угу. Погоди-ка, Тринити. Это, кажется, у нас какой-то дробовик был, да? Посмотрим.
Тринити. Да, это оружие, которое мне не понравилось, судя по всему. Которое колями или чем-то таким... Боже мой, ты что ты? Господи. Ты еще что такое? Да что ты такое, мать твою? Какие-то мужики, которые кидают какие-то клинки, я не понял, ну ладно. Все равно какая-то стрёмная хренотень. Так, давай используем здоровье. Хотя можно было бы на будущее оставить, но... Ох, ты же елки-палки, как же это все-таки круто. Так, зеленого ключа у нас пока что нету. О, привет. Пока. Отлично. Так, и тут мимики, тут везде мимики. Но это ненадолго. Так, а эта картина ломается? Не, пока секреток я никаких не нашел. Но они наверняка здесь есть. Но, да, я просто плохо ищу. Поэтому, может быть, у вас получится найти. Поэтому, если что, пишите в комментариях. Так, поп-поп-поп. Отлично. Ну-ка, допрыгну. Допрыгну. Смотри-ка. Так, а что мне тут делать? Погоди, кувшины. Кувшины, кувшины. Ага, ключ. Это у нас красный ключ. Но красного замка я пока что не встречал. Подожди, а может быть туда как-то можно проникнуть? То есть какой-то рычаг должен быть? Наверное. Факел? Нет? Я без понятия, если честно. Так, и с этой стороны тоже не скажешь, что тут где-то есть какой-то рычаг. Опа, открыли дверь. Подожди, ну вот, красный замок! Красный замок, красный замок. Так, тут много этих мужиков лысых. Господи, боже мой, кто-то из них с винтовками какими-то. Лысые мужики с винтовками. Хотя, не знаю, лысые или нет, но хрен с ним. Так, что у нас тут будет? Кувшины, кувшины. Опа. Красота. И они, смотри, еще и падают. Так, привет, ребят. Я пришел, чтобы с вами разделаться. Так, так, так. А это еще что такое? Ай, ты елки-палки, у нас закончилось оружие. То есть, а, мы когда отстреливаем, весь боезапас, оно исчезает. Серьезно? Эх ты, так обидно. Ладно, давай откроем тогда дверь. И это мы, получается, оказались в самом-самом начале. Так, то есть здесь у нас должны быть какие-то замки, которые мы, видимо... Угу, фиолетовый ключ. А тут кувшины. Кувшины мы можем и так подобрать. Без всяких там замков. Опа. Little Friend. А что за Little Friend такой? А, смотри, то есть мы нашли автомат. Слушай, ну я с автоматом скорее побегаю. Так, то есть ты мне предлагаешь опять спускаться, да? Так. Неплохо. Здрасте. Откуда вы идете? Снизу? Сверху? Я не понимаю. То есть я слышу эти крики, но не понимаю, откуда они. Так, ну вот, смотри, синяя дверь. Ну-ка. Ай, ты, елки-палки, такого ключа у нас нету. А, вот. Ох ты ж, ё, ты что-то... О, боже мой. Тихо, тихо, тихо. А ну-ка все... Давайте, умирайте быстро. Тут еще один. Так, 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 так. Так, так, гадина. Так, ладно. Слушай, ну автомат мне вообще не нравится. То есть он слабенький какой-то и, если честно, скорее бестолковый. Ладно, постреляем тогда из экрана. Что ж тут... Так, а где у нас, где у нас, где у нас? Сюда, что ли, идти? Или куда-то туда? Ну-ка, ух ты ж, гадина-то какая-то! Погоди! Ага, то есть он мне предлагает выше подниматься. О господи, что за звуки такие? Умирайте, гады! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Что ты будешь делать? 870 монет, серьезно? Блин, надо было гранату в них кинуть. И главное, у нас были зелья, у нас были зелья, у нас были гранаты, а мы ничего не использовали, ты понимаешь? Вообще, как это обидно-то. Эх ты, ладно, давай тогда быстро спустимся и вернемся туда. То есть это где-то у нас было где-то тут, да. Вот, то есть это проход, поднимались сюда, поднимались туда, и вот тут мы где-то погибли уже. Так, где-то, кажется, тут мы погибли. Оп, подожди-ка. А это еще равно что?
Хотя, знаешь, такое ощущение, что... То есть мы оказались вот тут? Или тут мы не были? Ух ты ж, господи, боже мой! Так, это все? Да, смотри, синий ключ. Синего у нас не было. Может быть, он где-то тут? Ох ты ж, гадина! Так, кидай гранату! Так. Еще один остался. Да елки-палки, умри уже! Умри, гадина! Главное, живучий, и наносит он немало. Может, это просто из-за того, что он попадает почти всегда. Ну, в отличие от меня, конечно. Так, открыли дверь. Давай тогда, может, зелье выпьем? Во. Так. Да, мне, по идее, вниз надо. То есть мы поднимались, теперь мы опускаемся и... Смотри. Вот у нас синяя дверь. Так. Давай тогда возьмем сильное оружие. Ах ты ж, гадин, стрелок ты чертов. Все, все, все. Не, босса стрелка я, конечно, не потяну. Это, пожалуй, для меня слишком-то будет. Что ты, зелье пей, гадина такая. Да что же ты такой вот нехороший? А, ладно, у нас есть маленькое зелье. Ну-ка, а что у нас тут? То есть мы... А, да, мы оттуда пришли. Значит, нам куда-то сюда. Привет ты, господи, боже мой, ты еще что такое? С бензопилой, смотри, нас бежит. Тихо, тихо, тихо. С автомата давай его. Он умер? Ты же стрёмный хрен. Так, ладно. Что ж, на этом, пожалуй, все. Ссылка на игру будет в комментариях под видео. Ну и не забывайте ставить лайки, подписываться, ну и писать в комментариях, как вам сама игра. А на этом, пожалуй, будем прощаться. Пока-пока и до скорого. Берегите себя и своих близких.